Ну, мое мнение, я вообще не сторонник заговоров извне. Они, конечно, существуют, конечно, каждая страна большая борется за свое, за место в этой вот глобальной системе. Это неизбежно. Желание Украины переписать историю печально, печально, но нужно понимать, что мы тоже переписывали историю, когда еще 20 лет назад, и на моем веку, который я пожил, я уже столько раз учил разную историю, что другое дело, если в этой истории украинской ближайшие ее соседи и братья будут выглядеть полными уродами, я против такой истории. А если будет доля рационализма, что раны быстро не заживают, обиды долго длятся. И когда я возвращаюсь к коммуналке, когда в туалете висели круги, каждая семья имела свой круг, на который нужно садиться. Не дай бы кто-то брал чужой круг, это было на уровне, человека хотелось убить. Но когда ты выходил с туалета, ты уже забывал, за что ты убил. Это уже понимал, о чем мы дергаем, какая обида. Для этого нужно выйти из туалета.